Акция по безвозмездной сдаче крови стартовала в городе над Бугом, как и по всей области и стране, в начале декабря. За этот период в ней приняли активное участие тысячи жителей областного центра и Брестского района. Подключились к процессу медицинские работники больницы скорой медицинской помощи. С раннего утра в кабинет, где проходила процедура, стояла настоящая очередь. Заставлять кого-то или уговаривать не пришлось. Работники системы здравоохранения, как никто другой, осознают важность и значимость мероприятия. Коллектив наше учреждение с удовольствием активно, как вы видите, принял участие в этой акции, потому что все прекрасно понимают, что такое безвозмездное донорство, как наша кровь нужна для медицины. Это ведь вопросы качества оказания помощи, качества оказания как в мирное время, так и при чрезвычайных ситуациях. Участие в акции приняло и руководство учреждения здравоохранения. Главный врач Вадим Головко кровь сдает не в первый раз. Стаж донору Вадима Алексеевича идет еще со студенческой скамьи. Как и большинство медицинских работников, он уверен, сдавать кровь, если есть такая возможность и позволяет здоровье, не просто можно, а нужно. К слову, солидарны с таким мнением не только те, кто посвятил свою жизнь медицине. Последнее время, конечно, чаще всего мы выезжаем. Вы видите, что мы с вами встречаемся на разных предприятиях. Сейчас больницы присоединились. Вот, мы ездим каждый день, выезжаем в какую-то организацию. Наш центр, зональный центр гигиены, является координатором этой акции. Мы распространяем информацию максимально возможно везде, на сайтах, не только в учреждениях здравоохранения, на предприятиях, организациях, с информированием, чтобы люди знали, что можно не только медикам поддержать данную инициативу, но и всем желающим, кто это может сделать. Кстати, присоединиться к акции можно и в частном порядке. Для этого необходимо обратиться в центр переливания крови. Его специалисты расскажут об алгоритме подготовки и проведения процедуры, а также определят, может ли человек быть донором, позволяет ли его состояние здоровья. Последнее. К слову, сдача крови влияет только положительно. Научно доказано, в результате изъятия крови в организме человека уменьшается нагрузка на некоторые органы. Происходит активизация системы кроветворения и стимуляция иммунитета. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.